Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. Недавно у компании Lancôme вышла потрясающая новинка, о которой я считаю нужным обязательно вам рассказать. Это новинка гибрид двух продуктов, которые я просто обожаю. Это сыворотка Genifique от компании Lancôme. Я в свое время о ней вам рассказывала и говорила, что это один из лучших продуктов Lancôme в принципе. То есть это и ключевой продукт, гвоздь программы, скажем так. На все остальное у Lancôme я смотрю с большим равнодушием. И тканевые маски. А вы знаете, что тканевые маски я тоже крайне люблю. Итак, что же это? Это тканевые маски. В коробке 6 штук, и в каждой тканевой маске содержится 16 мл сыворотки Genifique. То есть это больше, чем половина баночки классического объема сыворотки Genifique. Это, конечно же, очень много и не может не радовать, но этим обусловлена и высокая стоимость продукта. Каждая маска укомплектована, конечно же, в отдельную упаковку, представляет себя отдельное саше. И когда я покупала эти маски в магазине RevGauche, мне попался крайне разговорчивый консультант, и она уверяла меня, что действительно продукта так много в каждой упаковке, что буквально, когда она воспользовалась этой маской, она не знала, куда ее девать, по рукам текло, в рот не попало, и она говорила, что это настолько много здесь продукта, что маску она каким-то удивительным образом умудрилась растянуть на 2 раза. Не знаю, то ли консультант немного преувеличивала, я, конечно, не спорю, действительно, сыворотки 16 мл это много, но не все так критично, как она описывала. Здесь продукта ровно столько, сколько нужно, маска хорошо и достаточно пропитана, но не избыточно. Она представляет из себя материал, который, по-моему, называется биоцеллюлоза, если я не права, поправьте меня. Это материал, который больше похож на патч под глаза. И маска, правда, очень плотная и похожа скорее на такой большой патч для лица. Она очень плотно сидит на лице, на коже и образует своего рода вторую кожу. То есть она сливается как-то с кожей, очень плотно к ней прилегает, прилипает. Нет ни заломов, ни воздушных пузырьков. И все время действия маски на лице она не отклеивается, не отстает и не сползает. Это, конечно, очень здорово. И после снятия маски с лица она тоже ведет себя как патч, то есть она становится более сухой, потому что отдала значительную часть влаги вашей кожи. Вот так вот эта маска на лице выглядит и действует. Конечно же, я была бы не я, если бы я не сравнила состав сыворотки Genifique с составом этих масок. И я выяснила, что составы этих двух продуктов, пусть незначительно, но все же отличаются. Давайте начнем все-таки с того, чем сыворотка и маска идентичны, в чем они не отличаются. Ключевым продуктом в составе и того, и другого средства является компонент, который называется бифидофермент лизат. Это смесь биологически активных веществ, продуктов метаболизма бактерий, фракции цитоплазмы и компоненты клеточной стенки, полученных методом биофрагментации из лизата бактерий. Какими же действиями обладает этот волшебный компонент? Он наиболее выраженно обладает восстанавливающим действием и защищает нашу кожу от агрессивных внешних воздействий, в том числе от воздействия UF-излучения. Стимулирует выработку церамидов, улучшает рельеф лица с сочетанием витамина Е и С, и убирает тонкие длинные морщины незначительной глубины. Салициллоил фитосфингазин, название которое невозможно выговорить, если вы тренируете дикцию, то можете повторять название этого ингредиента. Этот компонент входит в число липидов, обнаруженных на поверхности кожи. Тесты свидетельствуют о том, что этот ингредиент участвует в фотообновлении кожи, помогая ей сохранить свежесть. И по мнению французских ученых, этот компонент также способен снять воспалительные реакции на нашей коже. И присутствует здесь также аденозин, с которым мы с вами уже прекрасно знакомы. А теперь поговорим об ингредиенте, которого нет в этой маске. Речь идет об экстракте дрожжей, который часто называют также бета-глюканом или псевдоколлагеном. Этот компонент, этот ингредиент содержит ценные аминокислоты и витамины. Он питает кожу, стимулирует выработку коллагена в коже и делает кожу более эластичной и упругой. Вот этого замечательного ингредиента, который очень бы хотелось видеть в этой дорогой маске, нет. Таким образом, утверждать, что составы маски и легендарной сыворотки Genifique, их культового продукта, разные, полностью я не могу. И в то же время, получается, нельзя сказать, что в маске содержится именно сыворотка Genifique. Я бы сказала, что содержится какой-то очень усеченный, редуцированный состав сыворотки Genifique, но тем не менее, вроде как, это действительно она. Теперь давайте я расскажу вам о том,
как эта маска подействовала на мою кожу и в чем ее преимущество. Производитель говорит нам о том, что маска является чрезвычайно активной. Он говорит о том, что это средство интенсивного ухода за кожей. И действительно, по его словам, одно применение этой маски заменяет 7 дней применения сыворотки Genifique. Настолько эта маска является интенсивной. Но все это является бла-бла-бла, рекламой, красивыми словами, до тех пор, пока вы не попробуете эту маску на себе. По мне, она чудесна. Это одна из самых лучших тканевых масок, которые я попробовала за последнее время. Дело в том, что она имеет действительно очень явный косметический эффект. И я бы назвала эту маску маской красоты. Я теперь однозначно буду ее использовать тогда, когда у меня какое-то намечается интересное событие, какое-то важное событие, на котором мне бы хотелось выглядеть максимально свежо и привлекательно. Что делает эта маска? Она совершенно, так же, как и сыворотка, в общем-то, Genifique, за что я ее очень любила, совершенно очевидным образом действует на рельеф кожи. То есть, если у вас есть какие-то микровоспаления, рельеф кожи неровный, особенно из-за того, что есть расширенные поры, кожа как бы бугристая, то эта маска, равно как и сыворотка Genifique, отлично решают эту задачу. То есть вы видите не такой эффект, как после пилинга, но тем не менее вы видите абсолютно сглаженный рельеф и успокоенную кожу. Она борется и с воспалениями, эта маска, и с вот таким вот неровным рельефом. То есть если нужно привести свою кожу в экспресс-режиме в порядок, то действительно это палочка-выручалочка. И я не могу не отметить, как эта маска действует на цвет лица. Кожа более свежая, порозовевшая, какая-то напитанная именно влагой и энергией. То есть лицо выглядит отдохнувшим. Для меня это однозначно средство для экспресс-ухода, средство экспресс-красоты. И я теперь очень бережно буду относиться к этой маске, использовать ее действительно для особых случаев, потому что все-таки цена кусается. Но тем не менее, наверняка можно подгадать время и в Ревгоше в том числе, на какие-нибудь минус 40 или какие-то, может быть, клиентские дни, и купить эту маску с более выгодной ценой. В Литуале я, к сожалению, ее пока что не видела. Я очень хотела сравнить цены и не видела, не нашла ее в Литуале. Может быть, на момент выпуска этого видео она уже появится, но пока что ее вроде как нет. Поэтому, если вы, еще раз повторюсь, ищете действительно эффективную маску, которая имеет не накопительный, а мгновенный эффект, я вам, правда, совершенно искренне рекомендую разориться на эту маску, она действительно того стоит. И если вы являетесь поклонником сыворотки Genifique, как и я, то я, опять же, рекомендую присмотреться к этой новинке, она стоящая. Вот такая новинка появилась у компании Lancôme. Я очень надеюсь, что мой отзыв будет полезен для вас. Расскажите, кто попробовал эту маску, понравилась ли она вам так же, как и мне. И расскажите мне, любите ли вы сыворотку Genifique и считаете ли вы ее культовым продуктом среди всего ассортимента компании Lancôme. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.